Привет, мои старые и новые подписчики. Решил я все-таки какой-то видос запилить для своего основного канала. В последнее время я очень много снимаю для Инстаграма. Кто знает, тот знает, что я очень много снимаю видосов для Инстаграма. Но это не значит, что я покидаю YouTube и свой основной канал. Я все-таки решил про что-то снять видео. И по названию видео, как вы догадались, любимый аромат. Любимый аромат. Хочу сразу сказать, что я это пил уже раньше. Посмотрим, что я все-таки сегодня купил. Любимый аромат. Ну, то есть другой. Значит, я купил любимый аромат. Любимый Таркун. Обратите внимание, или сразу обратили вы уже, что... Такое все советское, форма бутылки вот такая вот, она стеклянная. И хочу обратить ваше внимание на 3 копейки 1957 год. Давайте это сниму вообще на мыльнице, просто она почему-то размывает. Я для этого дела взял мыльницу, потому что это получится как качественный контент. Вот, я заснял это. Мыльница мне еще пригодится. Немного скажу про вот этот любимый аромат. Коллекционная серия Барбарис. Это на самом деле был вкус как, в общем, Барбарис. Ну а давайте приступим теперь. Ну, испробуем. То есть я испробую, я не знаю, как вы. В общем, любимый Таркун 05L. Вот. Любимый Таркун. Да. Давайте сниму это еще на мыльницу. Любимый Таркун. Вот когда на мыльнице снимаю, вот почему-то нету такой размытости, ну, когда близко. А когда почему-то на планшет, то почему-то размывает. Вот. Ну, чтобы, знаете, делать более качественный контент. Ладно, давайте все-таки... Стакан, обратите внимание, я такой вот стакан взял для этого дела. Давайте испробуем. Любимый аромат, любимый Таркун. Слышали, как шипит? Пузырьки пошли. Вот такие вот пузырьки. Вот. О, смотрите, видите, пузырьки пошли. Я не просто взял эту мыльницу, потому что я хочу, ну, сверху снять какого-то будет все-таки цвета. То есть, видите, здесь просто вы видите, что это все зеленое. Здесь как бы отсветит, что это темное, а у меня показывают светлое такое, ну, не ядовитый, такой зеленый цвет. Вот, потому что зеленый цвет, он не показывает, какой здесь настоящий цвет. Давайте проверим, что за цвет, и испробую, как он, вкусный или нет. Но я думаю, что он будет вкусный. Блин, да он зеленый. Капец. Зеленый. Видите, он реально зеленый. Капец. Это меня удивляет, конечно. Ну, может, вас и не удивляет, но... Во, видите? Зеленый. Капец. А прикольно все-таки. Прикольно. Зеленый. Может быть, это мое будет одно из лучших видео в этом году, потому что я использую мыльницу, снимаю на планшет, и интересно все-таки. Ну что ж, давайте попробуем. Любимый Таркун. Я вам так скажу, как будто... Стрёмный такой вкус, стрёмный, как будто ты попал
Блин, знаете, вот как будто ты находишься в какой-то в больнице типа советских времен и типа такой вкус, какой-то, ну, стрёмный вкус. Стрёмный вкус. Как будто, знаешь, попил и думаешь, блин, не отравиться бы мне этой гадостью. Вкус реально стрёмный. Какой-то химический, блин. Блин, как будто не сок пью, а какие-то таблетки запиваю. Стрёмный вкус. Советский стрёмный вкус. Это точно любимый тархун? Блин, ну, я где-то пробовал, но как будто там напичкано каких-то таблеток. Вот, а что это вообще? Газет. Давайте здесь вот так вот положу, короче, бутылку. Я вам зачитаю. Так, стоять. Я сверху вот так вот. Вы потом можете поставить на паузу. Вот этот момент вы можете поставить на паузу, в общем. Вот. Вода. Газированная вода, любимый тархун. А, ну может быть у него вкус такой, потому что он газированный, он как будто такой, ну, стрёмный. Вкус стрёмный. Вот. В общем, я это испробовал, вам сказал, что вкус такой, ну, стрёмный, как будто ты таблетки какие-то глотаешь. Ну, в общем, и сами испробуйте, поймете, о чем я говорю. То есть, ну, стрёмный, 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 короче. Давайте испробуем теперь любимая груша. Вот, любимая груша. А, кстати, еще обратите внимание. Кстати, вот здесь, вот, смотрите, вот здесь, видите, девушка нарисована. Она, видите, сейчас вам покажу, в чем разница. Видите, любимый аромат здесь тоже. Вот, видите, девушка тоже. А теперь посмотрите здесь. Видите, здесь нету никакой головы. И обычно здесь пишут, например, не теряй рабочих минут. Вот, не теряйте рабочих минут. Тут, например, может быть написано летайте самолетами. Вот. Летайте самолетами. Вот. 8-я минута пошла. Черт, надо поставить стоп, и я продолжу дальше. Просто уже заполняется SD-карта. Я вернулся снова. Теперь SD-карта, ну, свободная. Теперь могу записывать еще 8 минут, но я думаю, что не 8 минут, меньше. Вот. Продолжу дальше. В общем, буду пробовать любимый аромат, любимая груша. Вот, газировка настоящая. Вот. Здесь, кстати, отлипла. Ну, когда нес. Кстати, когда покупал, она такая холодненькая была. Ну, и сейчас вроде холодненькая. Вот. Кстати, обратите еще внимание, что здесь, наверное, не видно, но просто вот здесь такая вот пустота. Вот, вот здесь. Ну, как он сказал, вот, вот так вот. То есть она залита не полностью. Вот. Если у вас возник вопрос, где можно купить вот такую газировку, настоящую любимый аромат, то в больших, в торговых центрах, где обычно много еды, там напитков, ну много-много чего. А в простых магазинах, возможно, такое не будут продавать. Ну, просто нету места. А где большие супермаркеты, там можно сделать просто большой выбор. Но если кого-то реально интересует, где точно это, ну, продается, то пишите мне либо в Instagram Direct, либо сюда в ЛС. Ну, то есть по почте. Я не хочу это в комментариях писать. Вот. Ну, я просто вам сказал, как, ну, сказал, как дополнительная информация, если кто-то хочет попробовать любимый аромат.
Ну давайте попробуем любимый аромат, любимая груша. Культурно обслужим каждого посетителя. Вот, культурно обслужим каждого посетителя. Вот, давайте попробуем. Шипит. И тоже пузырьки. Мне интересно, какой цвет будет? Такой же, ну, зеленый или все-таки другой? Зачем я это сделал? Ну ладно. Давайте посмотрим, что за цвет. Просто через зеленый, как вроде зеленый. Вот, цвет другой уже. Ближе к такому желтому. О, видите, какой цвет? Блин. И пахнет грушей, реально. Грушей пахнет. А немножко так, знаете, похоже, как будто шампанское налил. Давайте я все сниму это на мыльницу. Вот. А здесь вообще обалденно выглядит, когда я через мыльницу снимаю. Ой, ну да, через мыльницу вообще обалденно смотрится. Вообще обалденно. Я просто балдею, реально балдею. И от груши, и от этого запаха. Обалденно. Давайте попробуем. Еще так пузырьки идут. Здесь, наверное, не видно. Как пузырьки идут. Но она все-таки газированная вода. Но для меня, как я сок сказал. Ладно, я немного неграмотно, это не сок, это газированная вода, чтобы вы понимали. Но я в начале видео неправильно сказал, неграмотно сказал, это газированная вода, чтобы вы понимали. Давайте попробуем. Ну вот это еще вкусно. Вкусно. Обалденно просто. Если кто-то попробует любимая груша, вам точно однозначно понравится. Ничего плохого вообще не могу сказать. Вкусно. И на этом я видео хочу закончить. Любимый аромат. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. В общем, ставьте лайк либо дизлайк. Пишите свои комментарии, если вам есть что сказать. Вот. Ну и ждите следующий видос на моем основном канале. Всем пока. Любимый аромат. Любимый аромат. Тут.